В этом видеоролике мы приготовим котлеты по-киевски во фритюрнице Витек ВТ 1538. Нам потребуется 4 куриных филе, 1 пучок зелени, 80 грамм сливочного масла, 2 яйца, 3 столовые ложки муки, 100 грамм панировочных сухарей, соль, перец по вкусу и 800 миллилитров растительного масла. Зелень нарезать, выложить зелень на полиэтиленовую пленку, добавить размягченное сливочное масло, посолить, завернуть пленку и сформировать колбаску. Убрать в морозильную камеру на 10 минут. Куриное филе разрезать вдоль, чтобы получился один широкий кусок и один кусочек поменьше. Отбить куриное филе молоточком. Далее необходимо каждый кусок посолить и поперчить с двух сторон. В центр большой пластины куриного филе положить кусочек сливочного масла. Сверху положить маленький кусочек филе и скрутить мясо в котлету. Каждую котлету обвалять в муке, затем обмакнуть в взбитом яйце, после чего обвалять в сухарях, затем еще раз обмакнуть в яйце и обвалять в сухарях. Поместить котлету в корзину и присоединить ручку. Налить в емкость фритюрницы 800 мл масла, установить температуру нагрева 170 градусов Цельсия. Когда индикатор загорится синим, погрузить в корзину внутрь чаши. Снять ручку, закрыть крышку и готовить 8 минут. Затем установить корзину в позицию для стекания масла. Переложить котлеты на салфетку, чтобы убрать лишнее масло. Котлеты по-киевски готовы. Приятного аппетита! Витек. Здоровый взгляд на технику.